После распада СССР и упразднения главкокневодства Минсельхоза Советского Союза российские конники довольно скоро осознали масштаб бедствия. Однако взяться за решение возникших проблем в те постсоветские годы никто не удосужился, думали о том, как бы самим выжить. Впрочем, стоит сказать, что позже, в нулевых, отдельные попытки все же предпринимались. Но для успеха всегда чего-то не хватало – знаний, единства, осознанности. К сожалению, не сработала даже волшебная палочка с привлечением президента. События под патронажем главы государства проводились регулярно, только реальных изменений не произошло. Вот так сегодня выглядят трибуны Московского ипподрома. А ведь совсем недавно здесь можно было увидеть цвет московской интеллигенции. Артистов и писателей, офицеров и генералов, а еще раньше членов правительства и даже монарших особ. А какие надежды, какие мечты были у наших великих предшественников? Графа Орлова-Чесменского, князя Урусова, графа Воронцова-Дашкова. Ну, я надеюсь, что вот этот реквием Моцарта сейчас звучит не по нашим мечтам. Воображение и технические возможности дали нам шанс, дорогие зрители и коллеги, посмотреть на современное и подробное дело глазами Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, выдающегося государственного деятеля и одного из богатейших людей империи, главного управляющего государственным конозаводством в XIX веке. Именно под чутким руководством его сиятельства в России была создана высокодоходная призовая индустрия. И если его предшественник, граф Алексей Орлов, награждал победителей сдобными калачами, то Воронцов-Дашков добился увеличения призовых на бегах и скачках в сотни, если не в тысячи раз. Вследствие этого резко возросла и стоимость лошадей на частных конзаводах. Сегодня трудно представить весь размах и великолепие русских дореволюционных бегов. Но вот вам деталь. На московский ипподром из Америки морем везли лучших рысаков в надежде выиграть русские золотые рубли. Ну что ж, господа, раз уж я, так сказать, здесь, то давайте поговорим о вашем сегодняшнем дне. Есть человек, который сможет, так сказать, ввести меня в курс? Есть, ваше сиятельство, и не один. Первый, с кем мы хотим поговорить, это легендарный мастер-наездник международного класса Михаил Владимирович Козлов. Он точнее всех обрисует, как обстоят дела в конной индустрии. Ну, плохие дела в конной индустрии. Все ведущие ипподромы закрываются, и без перспектив открытия. Теперь послушайте Дмитрия Зайцева, генерального директора акционерного общества «Росипподромы». Ну, может быть, хоть он старика порадует. Моя оценка, будем говорить так, призовая индустрия у нас разобрана на куски, и каждый из кусочков нам надо восстанавливать и собирать все это вместе. А ведь Дмитрий Сергеевич прав, ваше сиятельство. Похоже, что российские конники, как и юная Андрюша, видят ипподромную индустрию в виде пазла, в большинстве своем не очень хорошо представляя принцип взаимодействия ее различных частей. Был такой момент на московском ипподроме, когда не было тотализатора, когда, значит, не было публики, когда не было призовых денег. Ну, хоть бы стакан семечек, я не знаю, разыгрывался бы, допустим. Публика перестала посещать практически московский ипподром. Речь, ваше сиятельство, идет о периоде с 2008 по 2015 год, когда запретили тотализаторы на государственных ипподромах. И несмотря на то, что сегодня его работа возобновлена, трудно оценить масштабы ущерба, потому что за эти годы московский ипподром утратил большую часть своей публики. Вот послушайте, что говорит Михаил Стародумов, главный регистратор лошадей призовых пород племенной книги. Моих сверстников в трибунах фактически нет. Я хожу по трибунам и получаю удовольствие. Мне скоро 50 лет, и я откликаюсь на молодого человека. Молодой человек, отодвинись, молодой человек, подскажите, что сказали. Молодой человек, я не расслышал.
Ваше сиятельство, позвольте вам представить Андрея Никулина, игрока на тотализаторе с многолетним стажем и эксперта по французским бегам. У нас же в России исторически две проблемы. Вот, дураки и дороги. Ну, сейчас в нынешней интерпретации уже это говорят две проблемы. Это логистика и менеджмент. Вот. Так вот, из-за менеджмента некоторых наших руководителей игру в тотализатор приравняли к азартным играм, к различного рода там, малинам, притонам, казино. Публика собиралась, букмекеры неофициальные как были, так и оставались, люди к ним подходили, бумажечки совали, делали ставки между собой, некоторые просто между собой по рукам играли. Так продолжалось вплоть до возобновления работы тотализатора, и зачастую сумма денег, собранных в сумки неофициальными, так сказать, букмекерами, была больше, чем сегодня поступает в кассу ипподрома. Законодательные изменения в регулировании азартных игр были прежде всего направлены на развитие букмекерской деятельности, а про конный тотализатор и его специфику словно забыли. Поэтому сегодня букмекеры реально процветают. Послушайте, что об этом говорит Сергей Юрьевич Побочий, юрист, генеральный директор Ассоциации конно-спортивных тотализаторов. У букмекеров по разным данным оборот, например, в 2019 году в среднем составлял около триллиона. То есть можете себе представить, что это 0,00, а дальше уже рисуйте цифру, какая вам, собственно говоря, понравится. Вот только букмекеры принимают ставки не на бега и скачки, а на различные спортивные события. А конный тотализатор все никак не может выйти даже на уровень советских времен, что, безусловно, сказывается на развитии бегов и скачек в России. Нам мешает, прежде всего, наша в этой части цивилизационно-культурная отсталость. Вот как видит сегодняшнюю ситуацию Евгений Капушев, коневладелец, эксперт по скачкам. Вот я все время сравниваю Россию в этой части как с Англией, например, 200 лет назад. То есть собрались где-то в чисто поле, ну или где-то там, я не знаю где, аристократы, богатые люди, выпили виски, их лошади проскакали, они выяснили, кто из них лучше, довольны и разошлись. Все. Ну, там какие-то на холме, какие-то еще крестьяне там на это там, смотрят, что-то им там интересно. Там по 3 копейки скинулись. Ну, на этом все. Вот на этом уровне мы и находимся. Мы, слава богу, пришли к тому, что на данный момент уже в течение почти 6 лет мы имеем тотализатор как организатор игры, как это, опять же, по нынешним законодательствам называется. Как это пришли? Господа, я же все эти вопросы решил еще 1,5 века назад. Увы, ваше сиятельство. Послушайте Василия Петровича Мельникова, исполнительного директора Федерации бегов и скачек. А вот уже больше 100 лет, как в России произошла революция, которая унесла с собой целый пласт культуры, знаний. А дореволюционная отрасль бегов и скачек была на высоте. И Россия занимала очень приличное, скажем так, 4-е место среди самых развитых стран мира. С той поры никак не можем восстановиться. И главная причина, конечно, это у нас нет индустрии, у нас нет культуры, а именно с бегов и скачек. Да как же это, Господи! Такого же просто не может быть. Эх, ваше сиятельство, это же Россия, у нас все может быть. Например, при советской власти ипподром был единственным местом в стране, где можно было легально играть на деньги. А теперь, когда разрешено все или почти все, конный тотализатор то запрещают, то ущемляют. В результате российские бега и скачки уже более 1/4 века живут в абсолютном застое и изоляции. К нам не приезжают иностранные лошади, наездники, жокеи, да и мы особо не стремимся куда-то выезжать. Естественно, в системе международного тотализатора российские бега и скачки никто не играет. Но почему? Что, нас там опять воспринимают как экзотику? Рюс, казак, тройка. Хотя...
Птица-тройка – это действительно гордость России. Орловские рысаки, серые в яблоках, звон колокольчиков под дугой. Кстати, как там у вас дела с орловскими рысаками? Орловская рысистая порода – это бренд. На сегодняшний момент появляются энтузиасты, появляются новые конозаводчики разной формации, разного достатка, с разными амбициями, с разными размахами. Но вот их больше все-таки в орловской сфере. А орловский рысак, я все-таки считаю, действительно достояние национальное. Да, милостивый государь. Орловские рысаки всегда ценились в России особо. Эту породу вывел еще граф Алексей Григорьевич Орлов Чесменский 2,5 века назад. Свою конно-заводческую деятельность он начал еще при матушке Екатерине. Граф Орлов думал о том, чтобы вывести лошадь не только красивую и быструю, но и выносливую, способную преодолевать большие расстояния, что в условиях Российской империи было первоочередной задачей. Алексей Григорьевич добился своей цели. Больше 2 веков срочную государственную почту в России доставляли на орловских рысаках. Кроме того, выведенная графом порода прочно обосновалась не только в императорских конюшнях, но даже и в иллюстрациях к сказкам. Но я вижу, что на картинке у вашего Андрюши все же американский рысак. Да и понятно, он резвее. А я всегда считал, что главным критерием качества лошади является призовой стол. Но у себя-то в Новотомниково вы разводили орловцев. А почему бы и нет? Стать-то какая! Ход высокий. Посмотришь, сердце радуется. Да, удивительно хороши. И к тому же универсальны. Относительно недавно орловский рысак «Балагур» под седлом Александры Кареловой стал бронзовым медалистом большого приза на самом престижном в мире аахенском турнире по выездке. По выездке, говорите? А с точки зрения бегов, что с ними сейчас происходит? Ну, с ней непонятно, что происходит с этой породой. Началось прилитие американской крови, поэтому сейчас... Даже говорить об этом не хочется. Сегодня Хреновской завод, эта сокровищница генофонда орловского рысака, переживает далеко не самые лучшие времена своей истории. Нет, здесь еще не совсем рассыпались постройки архитектора Леонтьева по проекту самого Доминика Жилярди. Дело в том, что эти знаменитые конюшни сегодня заметно опустели. В отсутствие интереса к бегам прибыль от продажи лошадей стремится к нулю, а государственных дотаций хватает разве что на плановые ветеринарные мероприятия. Эта порода ни в коем случае не должна быть уничтожена. Вот. Она должна получать должное внимание со стороны любителей, также со стороны государства. Стати, красота, резвость, сила, выносливость, что нам нужно? Вот это должны, ну, лучшие умы нашего государства, как минимум, решать это дело. В этом должно участвовать, я считаю, Министерство культуры, а может быть и Академия наук. Ну вы еще генеральный штаб этим озадачите. Сделайте призовой фонд достойный этой породы, никого уговаривать не придется. В очередь за ними стоять будут. А вы все за рекордами гонитесь, за резвостью. А для тотализатора не резвость важна, а интрига. Конечно. А наш зритель не видит этой интриги. А потому и не интересны ему ни бега, ни скачки. К тому же и выдача в тотализаторе копеечная. А вот если бы весь мир на наши бега и скачки ставки делал, совсем другая история была бы. Но не вхожи мы в эту систему. И по какой же причине сей конфуз? Пытались французы, так сказать... буквально влезть к нам, как-то интегрироваться с нами, значит,
Мне приходилось выступать во Франции, неоднократно я там бывал, мне постоянно, есть такая организация ПМЮ, тотализатор, они мне постоянно задавали вопрос, скажи, к кому у вас в стране обратиться, чтобы нам сообща крутить вот это вот дело. А у нас нет тех людей, к которым можно было обратиться и решить эти вопросы. Все какие-то принимаются местечковые решения, каждый там хочет, очевидно, себе что-то урвать, а на международный уровень мы так никогда не выйдем. Национальный тотализатор – это понятие, которое было введено во Франции в 1931 году, да, когда, собственно говоря, вдруг ни с того ни с сего приостановился оборот тотализатора. Это было связано напрямую с развитием радио. Радио начало транслировать бега и скачки. Люди остались дома, люди стали слушать, а не приходить и так далее. Ставки они сделать не могли. И тут французы подумали, опять же, на государственном уровне. А почему мы принимаем ставки только на ипподроме? Почему нельзя принимать ставки совершенно в других местах? В кафе, где постоянно, так сказать, находятся французы, в магазинах, делать киоски, в лавках там и так далее. В результате была создана самая удачная система национального конного тотализатора, положившая начало международной призовой индустрии. Страны начали следовать примеру Франции, синхронизировать свои национальные правила и играть на события друг друга. Сегодня это огромный пул, в котором участвуют несколько десятков стран. Сотни миллиардов оборот. Вся социалка Франции держится за счет тотализатора. Именно ипподромного тотализатора. Вся социалка Франции – это огромные миллиарды евро. Тот же самый тотализатор ПМЮ, французский, в Европе по обороту он на первом месте, подписал соглашение с Россией, и ставки ПМЮ принимаются в России. На московском ипподроме есть кассы, оборудование ПМЮ, и можно ставки делать на все события, которые принимает тотализатор ПМЮ. Туда входят, так сказать, из Бельгии, там, из Швеции, из Аргентины, там, разные события из Англии там, и так далее. То есть у них уже своя политика, какие события к себе включить, какие не включить. В основном это, конечно, Франция. Там, я сейчас не могу точно сказать, но где-то процентов 90 всего или больше даже всех события – это французские события. Потому что для французского тотализатора это выгодно. А вот тут я совсем запутался. Как это с московского ипподрома делать ставки на другие события? Как это из Америки играть шведские бега или английские скачки? Ваше сиятельство, полвека назад изобрели такую штуку – интернет. Это как радио, но двустороннее. Информация передается не только звуковая, но и визуальная, и даже денежная ставка. Ух ты! Надо же, чего изобрели! Теперь весь мир этой штукой связан. В результате посещаемость ипподромов упала, а доходы от игры возросли в тысячи раз. На ипподромы теперь приезжают только на самые значимые бега и скачки, как на праздник. Поглядите, как французы недавно реконструировали свой главный скаковой ипподром. Красота! Ну, а кроме Франции, у вас нет примеров, достойных внимания? Ну, взять, например, Швецию. Там любые азартные игры запрещены, кроме тотализатора. И вот характерная картина, наблюдал я ее неоднократно. Идет молодая мама с колясочкой. Там есть специальные такие киоски. Она останавливается около этого киоска. Идет, делает небольшую ставку, и все. И так по всей стране набегают огромные суммы. Это и есть подспорье для развития коневодства. Если мы возьмем небольшие, но ведущие страны по обороту тотализатора, такие как Гонконг, такие, допустим, как Япония, где это именно политика на государственном уровне тотализатора, в Гонконге монополист, то есть единственный тотализатор, единственный организатор азартных игр. Ну, нет, господа любезные, так не пойдет. Вы через этот самый... интернет. Делайте ставки на зарубежных ипподромах, а надо же наоборот. Чтобы они оттуда
наши события играли. Так они про эти события вроде даже и не знают. Ну а почему? Все очень просто. Некоторые говорят, что вот нам нужно сделать дорожку, нам нужно сделать картинку, нам нужно сделать там правила, там еще что-то такое. И тогда весь мир будет играть наши бега и скачки. Не будет. Те же самые французы и любые деловые люди говорят, почему мы должны играть ваши бега, если вы сами в России их не играете. Вот когда вашей публике, которая знает ваших лошадей, которая знает, так сказать, вашу всю, так сказать, обстановку, будет интересно, тогда, может быть, кто-то заинтересуется и будет играть ваше событие. Но с чего-то ведь нужно начинать, чтобы интерес возродить. Тут не знаешь, за что браться в первую очередь, с чего начинать. Ведь мы же от них лет на 100 отстаем. То ли национальные правила с международными синхронизировать, то ли инфраструктурой ипподромов заниматься. А главное, у нас просто нет тех кнопочек, на которые нажимать нужно, чтобы удаленно ставки делать. Передовые технологии в тотализаторе базируются на глобальной информационно-аналитической системе, где собрано все – и родословные, и результаты, и статистика по наездникам, жокеям, тренерам. А у нас как системы этого просто нет. Каждый раз любую скачку, любое событие мы собираем заново. За рубежом же не так. Мы с вами видим отработанные механизмы, отработанные технологии. Почему обидно, что эта информация есть, но ей никто не пользуется, она не нужна. Вот в производственном отделе на втором этаже лежат годовые отчеты за все время испытаний лошадей на московском ипподроме после пожара. Ну, сегодня у нас у ВНИКа есть своя база. Часть информации в открытом доступе, часть в закрытом доступе. Но тоже она еще в таком, скажем, младенческом состоянии, что множество ошибок возникает. И, опять же, у нас сегодня мы так, завтра что-то в правилах у нас изменилось, а эта система говорит, нет, у меня алгоритм забит старый, я не могу перестроиться. Как во многих процессах в современной России, и здесь мы то же самое имеем, у нас нет отработанных технологий. За рубежом весь мир уже никто на коленке не делает, уже все это оцифровано, уже лошадь родилась, все, через 3 дня она уже будет в базе. Потом она начала выступать, перемена владельцев, все это в электронном виде. Чем больше система несет информативности для игрока, тем лучше. В каждой стране существует и развивается информативная база для бегов и скачек. И страны, проводя такие события международного масштаба, конечно же, обмениваются этой базой. Человек, находясь на другом континенте, может получить всю необходимую информацию о каждой лошади, о каждом жокее. И, естественно, для того, чтобы включиться в эти события международного масштаба, России требуется таким же образом создать аналогичную базу у себя. Но нужно понимать, что участие в системе международного конного тотализатора подразумевает не только доходы, но и обязательства по минимальному уровню призовых, например. А у нас призовые суммы пока просто мизерные. То есть, по сути, все сводится к отсутствию призовых. Но позвольте, господа, а на какие средства у вас тогда коневодство существует? Ведь, ежели призового фонда нет, то на кой ляд людям покупать лошадей для бегов и скачек? А тогда конозаводчику как выжить? Вот в мои времена быть конозаводчиком было и выгодно, и престижно. Слово «престижно» у нас никак. Поскольку, во-первых, подход такой неправильный. У нас идет оценка только по победителям. А во всем мире вообще почетно участвовать в больших таких традиционных призах. Это вообще лошади входят в историю тех, кто участвовал. Гамлин, Тони, он там в дерби, там, во Франции и так далее. Но никакого материального на сегодняшний день возврата тебе, как коневодчику и коновладельцу, этого фактора нет.
Мы боремся за то, чтобы он был и появился когда-нибудь, этим живем. Поскольку нужно понимать, что это очень расходная часть, очень высокая расходная часть для конезаводчика и коневладельца. И когда ты вот не видишь того, что ты можешь, не кроме того, что ты пересек финишную черту первым, а ты даже не видишь ни одного шанса, чтобы не то чтобы заработать, а компенсировать хотя бы свои расходы, это немножечко портит настроение. Господи, неужели это правда? Но господин, судя по всему, достойный. Врать не будет. Конезаводчик? Да, ваше сиятельство. Один из самых успешных. Василий Панченко. Ну, посадите на мое место кого-нибудь из больших чиновников там, департамента племенного дела и животноводства, начните их обвинять, что государство бросило и все закинуло, они вам начнут четко чеканить цифры миллионов, которые уходят на отечественное коневодство, на его поддержку, и вы знаете, вы со своей стороны будете там, ну, даже там неблагодарным обвинителем, который не оценивает большую роль Орликового переулка в созидании и созерцании нашего коневодства. Позвольте, милостивый государь. Российский чиновник и в мои времена думал не столько про государственную казну, сколько про свой карман. Но и здесь-то деньги буквально под ногами лежат. Ведь ежели весь мир наши события играть будет, вы хоть догадываетесь, о каких суммах здесь может идти речь? По самым консервативным оценкам, оборот мог бы составить 5 миллиардов долларов в год. Из 5 миллиардов, которые, так сказать, будет составлять доход тотализатора, даже, скажем так, 15-20% – это серьезные призовые деньги. Так и что же вам мешает? Опять чиновник виноват? Ну и, наверное, надо сказать и об экономике несколько слов, потому что экономика тоже в России не на высоте. К сожалению, государственная политика в области азартных игр тотализатору абсолютно не помогает. Уж это точно. Вот, например, есть отдельный прекрасный закон о лотерее. И под букмекерство, принимающие ставки на спорт, законодательство словно специально заточено. А вот с тотализатором просто беда. Создается впечатление, что о нем законотворцы случайно вспомнили и в последний момент пристегнули его к букмекерству, отчего тотализатору стало еще хуже. В результате у российских букмекеров выручка 250 миллиардов рублей в год, а у тотализатора всего 100 миллионов. Ну как же так? Депутатский корпус у нас не заинтересован в этом. Профильные министерства тем более. Минсельхоз на это дело смотрит тоже. В принципе, их тотализатор не волнует, потому что у них функционале нет развития тотализатора. Милостивый государь, ну при чем здесь ведомство, которое вы Минсельхозом называете? Вот я, например, как главный управляющий государственным коннозаводством, в дела бегов и скачек даже и не вмешивался. Так как были они делом общественных организаций, дворянского скакового и купеческого рысистого общества. А вот тотализатором и в мое время ведало Министерство финансов. Посему советую использовать азарт бегов и скачек и на этом зарабатывать. Зрелище-то ведь какое яркое и азартное. А вы, Минсельхоз, вы что, своих лошадей тут доить собираетесь? Да никакое это не сельское хозяйство, конечно, спорт. Для меня в последнее время особенно этот вопрос и не звучит по-другому. Это, конечно же, спортивное животное и скачки, это, конечно же, соревнования. Мы уходим от сельского хозяйства, и вот как раз нам нужно прийти к спорту, нужно к спорту двигаться, а у нас, получается, у нас еще испытания. А это кто? Прошу прощения. Александр Лосев, главный судья Центрального московского ипподрома. А, судья? Значит, все-таки спорт. Так нет, ваше сиятельство, тут все сложнее. Как в любой сложной системе, мы не можем очень как бы контрастно, дискретно прям сказать, да, это сельское хозяйство, да, это спорт. Ну, не знаю, как пример, я много примеров могу привести, но вот один из последних, который мне почему-то приходит в голову, ну, например, как ресторанный бизнес, да, общепит.
общественного питания. Это что? Это сельское хозяйство или это торговля? Или это шоу? Хотя в той же самой Швеции, а Швеция второе место в Европе занимает и по обороту тотализатора, и по, так сказать, развитию расистых бегов, вот, называют спортом. Наездник Бьорн Гуп, он даже участвует в конкурсе зрительских симпатий «Кто лучший спортсмен года». И наша цель – это признать бега и скачки именно видом спорта. И тогда, наконец, решится вопрос со статусом наездников и жокеев. А что такое с их статусом? Да ничего. Ровным счетом ничего. В настоящее время у людей нет не только статуса. Официально и тех самых званий, которыми они по праву гордятся, тоже не существует. Ведь их присваивает сам ипподром. Где это видано, чтобы стадион звание присваивал? К тому же жокеи, наездники и тренеры не только званий, даже официального места работы не имеют. В штате ипподромов со времен СССР таких должностей нет. С тех пор и бродят, как неприкаянные. Мне гораздо проще. Я, допустим, пенсионер, да, у меня есть пенсия, а я смотрю на относительно молодых людей. Они социально не защищены. И московский ипподром озвучил такую позицию, что у ипподрома нет своих лошадей, зачем нужен обслуживающий персонал. А это все лошади частные, вот пусть частники и платят им зарплату. А сейчас в Думе у нас очень умные люди сидят, вот, и они тут... все порываются принять закон о тунеядстве, и вот люди, которые тут пашут, так сказать, служат делу верой и правдой, на них практически все дело и держится, они попадут под тунеядство, будут платить какие-нибудь там бешеные налоги в конце года за то, что они не работают. С другой стороны, твой партнер, лошадь, это тоже спортсмен. Она действительно готовится к соревнованию, чтобы опередить своих соперников, а также, как и жокей, собственно. Да, со статусом лошадей и спортсменов у нас такая же история. Лошадь, наверное, все-таки не спортсмен. Давайте-ка мы к родному русскому языку относиться более аккуратно. Атлет. Лошадь в спорте – это настоящий атлет. Вот. Прекрасный термин. Ну, не спортивный же инвентарь. Определенно атлет. Потенциальный чемпион. Эти чемпионы потом уходят на заслуженную работу свою. Жеребцами или кобылами. Но кто за что должен платить, очень важный момент. Это же коневодство, оно должно откуда-то подпитываться. Во всем мире, если говорить, конезаводчик вырастил лошадь, ее продали, пока она выступает, с любого призового места – получите свои 5 копеек. И все. А понятно, и уже живет, завод живет. У нас сегодня есть другая система. У нас сельское хозяйство платит за кобылу. Кого дала эта кобыла? Куда пошел этот жеребенок? Навоз ли он возит там? Или я не знаю, чем он занимается. Я не хочу обижать. Я просто говорю, что подход неправильный платить за кобылу. Платить нужно за кобылу, принесшую жеребенка, который выступает на ипподроме. Вот тогда вот эта лошадь достойна денег. А просто вот за то, что у тебя есть 100 кобыл, и ты за это получаешь деньги, ну это нонсенс. Сегодня есть у тебя отношения хорошие с местным Министерством сельского хозяйства, ты можешь получать там очень хорошие дотации. И тебе по барабану, как выступают эти же ребята. Важно по оценке, по результатам платить. Вот. Очень разумное предложение. Ведь и для мздоимства простору меньше, когда все четко и понятно. Выиграла лошадь не только владельцу призы и почет, но и заводчику деньги и уважение. Вот тут только важно, чтобы судейство было независимым и справедливым. Какая уж тут независимость, если судьи по бегам и скачкам являются сотрудниками ипподромов? Вот как в этой ситуации наезднику или жокею свою правду отстоять? Единственное, на что я сейчас способен, это нажраться до состояния рис, вот, и позвонить главному судье и сказать ему все, что я о нем думаю. Это же нонсенс. А как быть с объективностью и достоверностью? Вот как вы победителя в жесткой борьбе выявляете?
Сидит главсудья, перед ним монитор. Лошади пробежали, сразу картинка фотофиниша уже у него. Лошади с секундами, с фотофинишем. Фотофиниш отсечки не вручную. Старт, если в разных местах, у нас это вручную. А там все это лазерные отсечки. Он только проверил. Этот первым, вторым, третьим, пол головы сзади, шея сзади. Все, он нажал кнопку, и это уже на сайте везде опубликовано. Нам пока... У нас это все еще вручную. Да, господа. Похоже, что и впрямь нам тут придется брать пример с Запада. Не к ночи он будет помянут. Наиболее как бы важное для себя впечатление я, пожалуй, получил в США, как ни странно, посещая Кентаки Дерби. Меня поразило две вещи. Ну, начну с простой, да, что меньше требуется объяснений. Это вообще вовлеченность людей в то, что происходит. То есть это большой праздник, где никто себя не чувствует обязанным. То есть все одеты празднично, все пришли отдыхать. Это разнородная пестрая толпа, у которой одна задача – сегодня развлекаться. Второе, то, что меня поразило, это наличие традиций, поддерживаемых на протяжении уже полутора столетий. То есть там есть традиции в коневодстве. Понимаете, я, может, говорю для многих неприятные вещи, но с осознания того, что на самом деле происходит, начинается изменение в лучшую сторону. Так вот, я что осознал? Что там 150 лет подряд в один и тот же день, в одном и том же месте собирается дерби. И не было еще года, чтобы эта традиция была нарушена. Где мы еще в коневодстве можем у нас в России это увидеть? Чтобы в одном и том же месте, в одно и то же время происходило одно и то же событие. К сожалению, пока в России таких примеров нет вовсе. Частенько меняется дата проведения призов, а иногда даже дистанция или ипподром. Но это только от нас зависит. Если, конечно, в угоду частным интересам сами себе палки в колеса вставлять перестанем, глядишь, через 150 лет, может быть, и о наших традициях рассказывать станут. Удивительно, право. Вот все господа, которых я сегодня слышал, благородные и умные люди. Так почему же у вас не получается ничего? Эх, ваше сиятельство. Нам нужно для этого вырасти прежде всего цивилизационно-культурно. Это как в анекдоте про мышей, которые должны стать ежиками. Как это сделать, а кто его знает как? Поколение должно, наверное, несколько смениться. Я считаю, что это создание, в первую очередь, конного тотализатора, чтобы он функционировал. Это первостепенное имеет значение. Это главная движущая сила. Все остальное к нему прилагается. Тотализатор – это законный отъем средств горожан в пользу сельского хозяйства. Это тот способ эти деньги получить здесь, в городе, и передать их в село. А то, чтобы развивались конные заводы, развивались лошади, чтобы люди могли найти себе занятие по душе, могли отдать свою душу лошади, заниматься ей и получать за это достойное вознаграждение. Я на себя это уже никак не возьму. Понимаете, у меня кончились моральные и физические силы. Да все не так сложно, как мне кажется, если не тянуть воз в разные стороны всему миру на потеху. Меморандум, что ли, подпишите, чтобы согласовать все действия и вместе... Вперед идти! Именно за это, ваше сиятельство, мы и ратуем. И о признании бегов и скачек не олимпийскими дисциплинами конного спорта ходатайствуем. Недавно Федерация бегов и скачек в Федерацию конного спорта России вступила, поскольку и людям, и лошадям статус нужен. Надеемся, что Минсельхоз правильно оценит все выгоды этой синергии. А Минсельхозу вашему объясните, что это кооперация и в его интересах. Чтобы из настоящего спорта чемпионы в конзаводы производителями возвращались, а в Парижах и Америках русским лошадям аплодировали. Ваша правда, Иларион Иванович. И о федеральном законе о национальном конном тотализаторе позаботьтесь. Ведь ежели будут
деньги с тотализаторов в призовой фонд поступать, оживут конзаводы. Снова все вокруг закрутится. Россия, матушка, богата традициями, я же вижу. Не перевелись на Руси люди, знающие и в свое дело влюбленные. Да. А что же мы все о бегах и скачках говорим? А как быть с выездкой, конкуром, троеборьем? А это будет в следующей серии, ваше сиятельство. Все линии конно-спортивной истории нашей страны сходятся в одном легендарном месте. Это центральный московский ипподром. Тут издавна проводились не только бега, скачки и стипльчезы. Этот манеж помнит тренировочные сборы и соревнования советского периода по олимпийским дисциплинам конного спорта. И здесь нам опять стоило бы обратиться к опыту прошлого. Но уже не к моему. Все это совсем другая тема. Я вижу, даже Андрюша другую картинку раскладывает. А вот поговорить-ка вы с Павлом Павловичем Родзянко. Я думаю, у него есть много чего об этом рассказать. Павел Родзянко, выпускник знаменитой офицерской кавалерийской школы, ученик Джеймса Филлиса, подвижник идей Федерико Каприлли, основателя натуральной школы верховой езды. Да, он ее активно пропагандировал, вернувшись из Италии в Санкт-Петербург. В 1911 году он даже выпустил книгу «Итальянская кавалерийская школа. Новый метод полевой езды и обучения ей». Но для вашей сегодняшней темы важнее всего то, что он в составе самой первой российской спортивной команды три раза завоевал кубок короля Эдуарда VII. Много позже, уже в эмиграции, он приложил свои силы к реформированию кавалерии Ирландской республики. И да и вообще, господа, о нем художественную ленту снимать надо. Ну, все. Разрешите откланяться и представить вам Павел Павлович Родзянко, полковник российской и британских армий. Честь имею. Рад приветствовать соотечественников. Я полагаю, ваши всадники сейчас уверенно развивают успех, достигнутый в Париже на Кубке наций. Чему я счастлив был стать свидетелем. И вот эти вот всадники-то, собственно, Лилов, Фаворский, Шабайло, Распопов, выступая в Париже в 59 году, выиграли чемпионат Европы. Он тогда назывался, по-моему, Кубок Европы. Ваше высокоблагородие, это ветеран конного спорта, заслуженный тренер Советского Союза Виктор Николаевич Нинахов. И приз наций... Вот они выиграли. Ну, просто супер. А какие лошади были под ними? Отличные. К тому же рожденные в нашей... вашей стране. Чему я был несказанно рад. Сам-то я тогда по большей части выступал на выводных. Впрочем, господа, многие мои товарищи по команде уже тогда... успешно прыгали на русских лошадях.
за 3 года 7 голов, которые участвовали в этом именно соревновании. Из них 4 было полностью выведенных в России. И 3 было иностранного происхождения, будем так говорить. У Плетнева было в книге сказано, что после этих соревнований стали все покупать российских лошадей. Помню, как мы с братьями Александром и Сергеем мечтали, что лет через 100 российские спортивные лошади станут лучшими на планете. Сбылось? Да как вам сказать, ваше высокоблагородие? Позвольте вам представить главного редактора журнала «Русский трокен» Маргариту Лобову. Конный спорт без лошади невозможен. Лошадь – это основное, что у нас вот в конном спорте. Без хорошей лошади невозможно достичь никаких результатов. Благодарю вас, сударыня. Но ведь и ребенку понятно, что без талантливой лошади в конном спорте победы не видать. Так как сейчас обстоит дело? А послушайте одного из наших последних олимпийских чемпионов, Александра Ивановича Блинова. Видите, получается как? Свое, как говорится, кровное, то, что десятилетиями люди делали, выращивали, воспитывали, мы продали. Нету больше этого. А чтобы поднять это все, это опять десятилетия нужно. Это же не за 5 лет не сделаешь лошадку. Это нужен селекционный правильный подбор. Это специалисты. Пока не понимаю, но хочу разобраться. Почему чемпион один из последних? И куда же подевались лошади, которых и при мне-то в России, матушке, было почти 40 миллионов? Что гражданская война, что война Отечества, она вычистила, очень здорово почистила племенной состав. Хотя старались сохранить очень выдающихся лошадей, но большинство... все-таки погибло. Виктор Нинахов в свое время, как и другие тренеры, по всей стране выбирал и закупал лошадей для наших всадников. Понимаете ли, ваше высокоблагородие? Да бросьте вы, пожалуйста, этот ваш табель о рангах. Я, честно говоря, даже сам уже не знаю, как правильно ко мне обращаться. Поверьте, был я и благородием, и ваше высокоблагородием, а вот последние 50 лет своей жизни был просто сэр или полковник. Так что давайте еще проще. Пал Палыч. Тем более я так соскучился по своему имени-отчеству. Хорошо, Пал Палыч. После гражданской войны, в которой вы тоже принимали участие, в России осталось 35 миллионов голов. К середине 20 века их насчитывалось 15 миллионов, а после расформирования кавалерии всего 6. Сегодня в России вместе с продуктивным поголовьем 1 миллион 300 тысяч лошадей. Разумеется, это опосредованно отразилось на спорте. Сегодня подавляющее большинство лошадей сборной России – европейской селекции. Мне больно это слышать, господа. Все это – последствия распада Советского Союза. Разрушилась старая система, а новую мы так и не создали. Мы продавали в 90-х годах в Европу, вывозили вагонами, все лошади там получили лицензии, все выступали на Олимпиадах. И, честно говоря, хороших лошадей в стране было очень много по конным заводам, очень много. Но в это время ринулись заграничные конезаводчики, всадники, потому что знали о наследии, которое получил Советский Союз еще из Германии. Ринулись все смотреть, что же есть в стране. И очень большое количество лошадей было просто куплено и вывезено. Простите, а кто эта леди? Это Инесса Меркулова, бывший старший тренер сборной России по выездке и участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в личном зачете. Честно говоря, я впечатлен. Наши конезаводцы
за 90-е годы так уложили, скажем так, на лопатки. А что теперь? В России не осталось конозаводчиков, ориентированных на спорт? Почему всадники предпочитают европейских лошадей? А знаете, как наши заводчики на конференциях говорят? Спортсмен, он должен прыгать на том, что мы ему разведем и дадим. Он в наши технические дела не должен лезть, он ничего не знает. Это прямым текстом. А вот мнение Дмитрия Лазарева, специалиста по искусственному осеменению лошадей. Если честно, не совсем вообще понятно, как у нас функционирует связь конного спорта и конозаводства. Они такое ощущение, что либо не слышат друг друга, либо даже не пытаются услышать. Я помню такой случай был на заседании Ассоциации спортивного конозаводства, выступал зоотехник, он вышел и сказал, с какой стати нам включать спортсменов, они же ничего не понимают в том, как должна выглядеть лошадь и что она должна делать. Вот я зоотехник, я понимаю. Давайте так говорить, клиент всегда прав. И вот все. Просто когда производитель товара говорит, вот мой товар хороший, но он никому не нужен, наверное, тебе надо задуматься, что ты, извини меня, ерундой маешься и делаешь продукт, который никому не нужен. Это вообще удивительное дело, конозаводство. Я вот не могу поверить, что какое-нибудь, ну, другое производство, ну, к примеру, мясокомбинат, выпускает какую-то колбасу, которую никто не покупает. А он из года в год, каждый день производит эту колбасу. А это кто? Очень разумно излагает. Леонид Бабаев, один из наиболее успешных заводчиков лошадей ахалтыкинской породы. Вот поэтому-то он и успешный. Видите ли, леди и джентльмены, последние 45 лет я в силу определенных обстоятельств провел в Туманном Альбионе. И вот там я понял, что конный спорт – это чистый бизнес. А конозаводство во все времена было бизнесом и развивалось по своим жестким, неумолимым законам. Знаете, конозаводство во все вот последние 300 лет, если так делать экскурс, это отрасль, которая выполняет социальный заказ для тех структур, людей, которые связывают свою деятельность с лошадью. А кто этот джентльмен? Это заводчик лошадей ганноверской породы Олег Шейко. Если в прошлом веке с лошадью связывали свою деятельность и амбиции вооруженные силы, потому что был вид вооруженных сил кавалерия. Соответственно, цели ставились перед конозаводством во всех странах. Давать там кавалерийскую лошадь, и все, исследовали все, так сказать. Немцы, молодцы они вот после войны, они повернули свое конозаводство в спорт, в драйвинг, в троеборье, в выездку. И конезаводство стало нормально существовать, потому что был интерес во всех этих направлениях. Интерес был у публики, у людей, которые имеют деньги. А наше все по инерции. Сейчас лошадь существует только для спорта высоких достижений. Классические виды, олимпийские, выездка, троеборье, конкур. Они вот являются атрибутом деятельности конезаводства в каждой из стран. Верно. И в большинстве развитых стран именно конозаводчики, стремясь к собственной выгоде, активно развивают спорт. То есть сферу использования своей продукции. Заводчики зависят от спортсменов, зависят от того, как у них будут покупать лошадей. И они пытаются взаимодействовать, и достаточно хорошо получается во многих странах. Это поскольку мы видим увеличившееся количество, например, аукционов. Это тоже олимпийская всадница, выступавшая на играх в Афинах и в Гонконге. Александра Карелова. Сегодня она старший тренер сборной России по выездке. У нас конозаводчики не участвуют в развитии конного спорта. У нас многие живут еще по системе старой, как вот привыкли в Советском Союзе. Когда заводчик развел молодняк, в 2-3 года должны приехать спортсмены и его купить, этот молодняк. Вот. А сейчас получается, что к ним не приезжают. Ни один заводчик, если он хочет быть успешным,
не может себе, наверное, позволить жить в отрыве от конного спорта. Это точно такой же рынок, который подвержен изменениям. И, наверное, самая главная задача заводчика – хотя бы попытаться вовремя реагировать на эти изменения. Пал Палыч, это Марина Черкезова, владелица конного завода имени Кирова, который ранее специализировался на тракининской породе, а сегодня здесь выращивают отличных полукровных спортивных лошадей. Казалось бы, ну, совершенно же очевидные вещи. Мы это все прекрасно знаем и понимаем, и все хотим одного и того же. Почему же тогда наша реальность выглядит совершенно иначе? Во-первых, наверное, уже давно все-таки пришло время прошлое оставить в прошлом. Да, были известные лошади, были громкие победы, но это было все 50-70 лет тому назад. И, наверное, это уже большой вопрос, а будь у нас сейчас опять точно такие же лошади, они смогли бы повторить свой оглушительный успех? Я думаю, вряд ли, потому что, опять-таки, изменились эти самые пресловутые требования в конном спорте. Спортсмен знает, как лошадь должна себя вести в работе, что она должна уметь, какие сегодня тенденции в конном спорте. Ведь он очень подвижный, очень быстро все меняется. А зоотехники наши, особенно наши, многие даже не пытаются следить за тем, что происходит в мире. Как-то непонятно. Кто же у вас в конечном итоге правит бал в коневодстве? Есть какая-нибудь структура, объединяющая спортивных конозаводчиков и, так сказать, определяющая вектор дальнейшего развития? Увы, Пал Палыч, это могла бы делать Федерация конного спорта, как в Германии, например, если бы удалось выстроить отношения между ней и Министерством сельского хозяйства. Но пока у нас это не получается. Слово такое есть в Европе, биномио называют, вот из испаноязычных странах, когда всадник с лошадью. То есть конозаводство производит лошадь, кто-то же должен производить всадника, вот это есть федерация, это есть школы на всех уровнях. Есть подготовка каждого из них в отдельности, так уже в сумме из них. Дальше идет формирование действительно стратегии, концепции по целям. Да, у нас спорт там, в высоких достижениях, кто-то нацеливается на Олимпиаду, и все, что с нею связано, это тоже подсистема, которая требует высочайшей, глубочайшей организованности. Есть массовый спорт, есть детский спорт, есть хобби-класс. Это тоже как маленькие подсистемы. Так вот это все в сумме должны дать вот эту отлаженную, структурированную, хорошо отрегулированную систему. А как между моим временем и сегодняшним днем? Было ли при советах взаимодействие между ведомствами? Все мои походы по этим минсельхозам практически мне ничего не дали. Это были только личные какие-то взаимоотношения. Парышев, он великолепный человек был, великолепный просто. А я к нему приходил, ну, там, по возможности он какое-то содействие оказывал, но ну, он был очень, очень хороший человек. Да, Петр Прохорович Парышев был не только первым председателем Федерации конного спорта Советского Союза, но и начальником главного управления коневодства при Минсельхозе СССР. Неудивительно, что именно при нем случились наши самые громкие победы. И хотя на этом не делается акцент, именно Парышев обеспечивал то самое жизненно важное взаимодействие между конозаводством и конным спортом. Я когда профессионально занялся коневодством, президентом была Петушкова. За это время поменялось многое. Многие президенты были получше, были похуже. Несмотря на все там досужие разговоры о Елене Николаевне Батуриной, у меня от взаимодействия с ней остались прекраснейшие впечатления. Ну и, в общем-то, я как заводчик, ну, просто абсолютно не пересекаюсь с Федерацией конного спорта. Но почему? Позвольте спросить. Потому что племенные книги – это единственный инструмент давления на заводчика. Но Федерация не представляет студбуки, дальше не передает их в ФЭИ. Потому что это именно кривая ситуация в нашей стране. Дело в том, что между
коневодством как отраслью сельского хозяйства и конным спортом как отраслью спортивного министерства нет совершенно никакой связи, ни обратной, ни прямой, никакой. И друг друга люди часто не понимают. В том же самом Министерстве сельского хозяйства вообще не понимают, что такое спортивное конозаводство. Для них этого не существует. Есть лошади мясные, в лучшем случае молочные. Все. И пока Министерство спорта и Министерство сельского хозяйства именно в области коневодства и конного спорта не начнут взаимодействовать между собой, не начнут друг друга слушать и прислушиваться, у нас ничего не получится. Я даже не понимаю, как они между собой договорятся, потому что, ну вот, ну не вижу я мотивации ни у тех, ни у других. Мотивация одна может быть. Только медали самых престижных мировых чемпионатов. А значит, развитие спортивного конозаводства. Чем не мотивация? Безусловно, нужен государственный и общественный запрос на медали. А исполнителем этого запроса должна быть федерация, а заодно и площадкой для межведомственного взаимодействия Минсельхоза и Минспорта. И в Германии, и в Голландии конозаводством руководит федерация. Федерация конного спорта Германии, у нее целый селекционный отдел. Они ставят задачи заводчикам, они принимают вот этот государственный экзамен и зачеты у этих лошадей. И они подводят итоги и говорят, кто из, какое племенное объединение в сегодняшний день лидирует, понимаете, а кто влачит там, так сказать, не оправдывает надежд федерации. Минспорт преследует свои цели, Минсельхоз свои. Мне кажется, что это должно быть взаимодействие Минспорта с Минсельхозом, чтобы во всяком случае восстановить хотя бы кёрунги, которые должны проходить в стране. Это просто без... Я вообще не представляю, как движется наше конезаводство без выявления лучших производителей, более того, и лучших маток. Но вопрос федерации – это, в принципе, мне кажется, именно организация этих мероприятий, потому что хоть они и называются мероприятия для конезаводчиков, но они настолько необходимы для развития спорта в стране. Очень обидно, что столько лошадей везется из-за рубежа и не используется свой материал, который благодаря энтузиастам, большим конезаводчикам, все-таки ж есть в стране. Да? А разве вы не пытались изменить ситуацию? Простите, ничего, что я так много вопросов задаю. Все по делу, Павел Павлович. Были попытки. Я считаю, что вот это просто был последний вагон уходящего поезда. Это когда там Инесса Меркулова пыталась помочь, да, вот эти вот кёрунги стали организовывать. Ведь это же был праздник конозаводства, когда заводчик мог привезти свой товар в Москву и показать товар лицом. Но опять же, почему дальше развитие не произошло? Ведь очень много лошадей покупалось с этих кёрнингов, и мы покупали. Олимпийская лошадь Воск, она была куплена с кёрнинга, который проходил здесь, у Надежды Соколовой, и эта лошадь дошла до Олимпиады, и была очень известной лошадью в мире, выигравшей много соревнований. То есть вот на наглядном примере можно увидеть в нашей стране прохождение лошади от кёрунга до олимпийских высот. А по каким параметрам у вас оценивают лошадей? Ох, Павел Павлович, мы здесь безумно отстали от времени. Есть же система Дорофеева по испытаниям. Достаточно честная система, если наставления вот эти выполнять. Что сделали наши заводчики? Чтобы победить, они начали двухлетних лошадей напрыгивать на 150. А подготовленная лошадь, вы же сами понимаете, если ее много раз прыгнуть 150, то она 150 прыгнет. И чисто прыгнет. И получается, что систему Дорофеева можно обмануть. Мы покажем подготовленные движения, а не то, что лошадь, естественно, покажет. И вот это одно из факторов, почему загубили отечественное конозаводство. Сейчас более ценен именно картинка хода.
И поэтому, конечно, уже шагометрия как бы изжила свое, то на некоторых кёрунгах я сидела как спортсмен, оценивающий лошадей, и мои оценки во многих случаях категорично не совпадали с оценками шагометрии, потому что, естественно, я оценивала подсаженность лошади, возможность движения в гору, более каретный ход. И, конечно же, да, давно пришло время что-то менять. Это и система оценок лошадей. Радует уже то, что мы немножечко все-таки отходим от математики и поворачиваемся лицом к лошади. То, что сейчас уже и ФКСР подключилась к этому процессу, возможно, тоже еще это все будет претерпевать массу изменений, и все это еще далеко от идеала, но это уже хотя бы шаг. А какая организация или структура занимается у вас этим вопросом с точки зрения науки? Ох, Пал Палыч, этим занимается ВНИИК. Excuse me, что это значит? Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства. Так это же прекрасно! Так целый институт! А чем конкретно они занимаются? Они советуют, понимаете, в чем дело? Но поскольку каждый делает это все за свой счет, то каждый человек имеет право делать так, как считает нужным. Вот тут у него хорошая роль, вот как вот он есть в НИИ, научно-исследовательский институт коневодства. Вот он бы, может быть, какую-то себе исследовательскую деятельность увидел бы, и, потому что эта работа, ну, с лошадью, она действительно требует глубоких таких научных подходов и изысканий. Им должен же кто-то заниматься. В нашей стране, ну, в них бы этим бы и занялся. Технологическая отсталость и оторванность от мировых трендов коннозаводства и конного спорта постепенно сводят научную деятельность в НИИКа на нет. По большому счету осталась только одна функция – ведение племенных книг. Все, допустим, мои конфликты с НИИКом, с моими коллегами – это мое требование выхода из зоны комфорта. А им хорошо. У них замечательно, ну и хорошо. Ну да, с иронию я еще не разучился понимать. Пока не вижу ничего замечательного. Итак, господа, давайте все-таки о главном. Какие спортивные породы лошадей воспроизводятся сейчас у вас в стране? Пока еще существует русская верховая, прекрасно зарекомендовавшая себя в выездке, но сегодня осталось только 150 голов лошадей этой породы. Получше ситуация с чистокровной верховой и ахалтыкинской. Вплоть до конца 20 века у нас главными спортивными породами считались буденовская, ганноверская и тракенинская, конечно. Ганноверское поголовье Советский Союз централизованно закупил в 60-е годы, а тракенинские лошади были еще по репарации вывезены из послевоенной Германии. У вас их сейчас успешно разводят? Ну, как бы... Лучше послушайте специалистов, Пал Палыч. Вот требования к спорту раньше были ниже. Надо же тоже понимать, что выездка раньше была другая. Современные тракены, то есть тракены Германии подтягивались под такие современные тенденции. Они сохраняли тракенинскую породу в том виде, в каком она нам досталась после войны. И успешно сохранили, я вам хочу сказать. Все отселекционировано по чистопородности. Но, к сожалению, была утеряна цель разведения, а она должна совпадать с требованиями покупателя. Если вы разводите лошадей для спорта, значит, она должна быть востребована в спорте. Уточните, Россия потеряла тракенов для конного спорта? Мы перекровили не теми жеребцами тракенинскую породу. То есть примерно с 13 года тракенинская порода пошла на спад по количеству и стала заменяться дочерьми от полукровных жеребцов. Кировский подстроился под мировую тенденцию. И получает от... У него жеребята от Хиксет Вайта, от Диорада. Это мировые лидеры. А почему мы отошли от производства тракенов?
потому что мы хотим выращивать, получать лошадей, которые нужны, которые востребованы, которые пользуются спросом. Мы готовы вкладывать и в инфраструктуру, и в генетику, и в персонал. Но в результате хотим получать то, что нужно рынку. А просто порода ради породы, ну, тогда у меня встречный вопрос, за чей счет банкет? Ну, наверное, это и правильно. Конозаводство должно быть чувствительным и гибким к изменению спортивных тенденций. Когда мне говорят там порода, да к черту эту породу, ни один спортсмен вообще не смотрит эту породу. Мы знаем у той же Инессы Меркуловой мистер Икс от матери, ну, какого-то такого мазаного происхождения. И плевать Инессе, она довела мистера Икса до уровня, что она выступала на Олимпиаде в Рио и готова выступать и дальше. И не порода, вы смотрите лошадь. Совершенно верно, господа говорят. Приветствую вас. Вы тоже имеете отношение к олимпийскому конному спорту? Имею отношение к конному полу. А конное поло 5 раз разыгрывалось в Олимпийских играх, последний раз в 1936 году. Но мы очень надеемся, что в будущем поло вернется в Олимпийские игры. Над этим ведет большую работу Федерация поло, Международная федерация. А кроме этого, Павел Павлович, я вам родственник. Ну, где-то сколько уже, 17 лет назад, скоро 18, я стал хозяином московского полоклуба. Что это значило? Это значило, получил 25 лошадей, которые за 2 года до того были привезены из Аргентины. И мы стали от наших кобыл, которые уже стали пенсионерами, разводить лошадей. Купили чистокровного жеребца и стали получать потомство. И на сегодняшний день у нас на конюшне стоит в полоклубе 66 голов, из которых порядка 30 – это уже собственного разведения лошади. А в Европе, вот возьмите, теплокровная голландская. Она же для спорта сделана. Там намешано всего. Целью было создать лошадь для большого спорта. До 1970 года селекционная работа велась под эгидой нескольких конных заводов, после чего их объединили в одну племенную книгу. Вормблуд, Парден Стамбок Нидерланд или ВПН. Королева Беатрис в 1988 году дала королевскую награду за племенную книгу, и порода получила обозначение «Конинклюк». Королевская. Для краткости ее все называют КВПН. Все лошади должны пройти строгий осмотр, доказывая, что они соответствуют стандарту породы, прежде чем попасть в племенную книгу. Для этого проводят специальные шоу, где лошади оцениваются и классифицируются в соответствии с их достижениями и потомством. Стандарты очень высоки, поскольку КВПН прямо заявляет, что ее целью является создание лошадей, способных выступать на гран-при, выездке и конкуре. Талант КВПН неоспорим. Чего стоит золото Олимпийских игр у Валегра с Шарлоттой Дюжарден, а также предыдущие рекорды Татилоса с Эдвардом Галлом. Конкурия жеребец Big Star под седлом Ника Скелетона выиграл индивидуальное золото на Олимпийских играх 2016 года. А знаменитый Хикстед под седлом Эрика Ламаза огромное количество международных соревнований, включая индивидуальную золотую медаль на Олимпийских играх 2008 года. Ну и что вы все намереваетесь с этим делать? Нет такого простого ответа на этот вопрос. Дело в том, что если сегодня посмотреть на конозаводство Германии, как одного из лидеров в конном спорте, да, именно спортивное конозаводство, и посмотреть на наши отечественные породы полукровных лошадей. В одной лишь только ганноверской породе в самой Германии 15 тысяч маток зарегистрировано. Ну, больше 15 тысяч. Около 15 тысяч жеребят только рождается в год.
У нас на сегодняшний день действующих маток, например, в тракенинской породе 180 голов. Ганноверских, ну, русских ганноверских, в два раза меньше. Вот. Поэтому, скажем так, конкурировать на уровне селекции только собственными силами нам, конечно, ну, невозможно. Нам просто-напросто не из чего выбирать. Вот. Но на сегодняшний день, конечно, у нас уже накопилось большое количество лошадей, которые привезенных оттуда, которые свою карьеру закончили, и хороших лошадей, и они постепенно начинают входить в племенную работу. Получить олимпийского чемпиона очень сложно, потому что мы купили этих лошадей там 10-15 лет назад. За это время селекция в Германии шагнула уже на 10 порядков вперед. Мы просто не успеем за ними. Вы знаете, я думаю, что мы отстаем не на 20 лет, а гораздо дальше. Никто его не измерил, это время. Но если мы сейчас посмотрим лучших представителей во всех видах конного спорта, в развитых странах, которые впереди в конном спорте, в рейтинге, у них подход к воспроизводству, к селекции совсем другой. Для того, чтобы это все возродить, на мой взгляд, должна быть какая-то мега-огромная программа, которой, я не знаю, кто будет заниматься, кто-то должен этим заниматься, кто-то должен на себя все это взвалить. Мы проводим регулярные там встречи между заводчиками, не создать бы свою там какую-то спортивную российскую породу. Это все нормальные, хорошие мысли. А вот сейчас я вас немного спровоцирую. А может быть, не нужна эта головная боль? И своих лошадей выращивать не нужно? Ну, поедете в Голландию и купите там все, что необходимо. Ну, все дело в том, что лучшее нам никто не отдаст. Ну, как бы всегда свое надежнее, я так думаю. Если у нас есть возможность, а возможность у нас есть, мы же все равно производим лошадей. Какая разница производить плохих и кормить, или производить хороших и точно так же кормить? Мы должны стремиться к чему-то хорошему, потому что в противном случае зачем вообще этим заниматься? Стоп, господа. Давайте вот здесь выясним. Что для вас конный спорт? Увлечение, бизнес, миссия? В зависимости от этого и действовать нужно? Для кого-то это бизнес, для кого-то это образ жизни. Для кого-то это органичное дополнение его бытия в подлунном мире. Павел Павлович, здесь проблема в том, что люди, выросшие при системе социализма, как вы говорили при советах, в большинстве своем не могут настроиться даже на слово «бизнес». Им слово «зарплата» чисто психологически милее, чем «доходы». Но будущее у конного спорта есть только в том случае, если он будет функционировать как бизнес. А вот это правильно. В том мире, в котором я прожил всю свою жизнь, это именно бизнес. Развивающийся, изменяющийся, но всегда бизнес. Рассчитывать можно только на самого себя. В идеале вы, конечно, правы, Павел Павлович. Но в современных условиях, да еще и с нашим менталитетом, без поддержки государства тяжело. И что же тут должно сделать ваше государство? Ой, это очень хороший вопрос, потому что я думаю, что без государства поднять конный спорт, это, ну, невозможно сказать, это, ну, очень-очень трудно. Очень трудно. Государство должно участвовать в этом, потому что государство это развалило. Послушайте, любезные мои, а вот заводчику достаточно ли денег, которые он выручает от продажи своих лошадей? Может быть, стоит подумать о каких-то других видах поощрения. Но дело-то государственное. Поддержка должна быть только одна, дорогие федерации. Вот просто одно. Мы сейчас делаем стартовые протоколы на все соревнования. Абсолютно. Делаем? Делаем. Мы делаем технические результаты? Делаем? Да, делаем. Одну маленькую графу ввести туда – заводчик. Потому что у нас есть лошадь, ее, значит, номер шильдика на голове, там, на вольтрапе. У нас есть, значит, всадник, мастер спорта. У нас есть место рождения. И да, и второе, пишут место рождения. Но если лошадь родилась здесь, неважно, в Кировском заводе, пожалуйста, напишите фамилию человека, принимавшего селекционное решение, узаконите и так далее. Вот это была самая главная поддержка конозаводства. И, конечно, главный вопрос, которым должно заниматься государство, это специальное образование. Конного образования у нас в стране
просто не существует. Ну, у нас существуют вузы, которые готовят зоотехников. Я сама окончила университет дружбы народов, зоотехнию, и вот это образование мне очень мешало. То есть вогнали, так сказать, в определенный коридор системное знание, которое мешало шире смотреть. Эта тема безумно важна. Давайте послушаем, что говорил об этом наш великий всадник Иван Михайлович Кизимов. О да, я думаю, этого джентльмена стоит послушать. Я видел его блестящее выступление на Олимпиаде в Токио. У нас же нет школы по подготовке кадров, ни тренерских, ни конюхов, ни берейтеров, ни кузнецов, ничего этого нет, это все ушло с кавалерии. Нет института, нет. А был когда-то институт Новочеркасский, где я вырос и стал как фигура, я оттуда сюда приехал, в Петербург. Курс, который готовил конюхов, берейтеров, кузнецов, ветеринаров, преподавателей. Все это готовили там, в Куксе, военные. Надо создать такой университет конный. И преподаватели, 100% преподаватели иностранцы. На 1-2 выпуска, как Петр Первый. А в Соединенных Штатах очень сильно развиты академии, такие организованные курсы и даже... Наверное, наилучшие судейские команды готовятся в Соединенных Штатах, потому что там к этому подходят профессионально. Павел Павлович, а кто для вас были ваши лошади? Друзья. Мои верные друзья и партнеры. А для нас в поло лошадь – это партнер. Это часть игры, это спортсмен. Это участник соревнования и большой друг. А вот наше Министерство спорта до сих пор относится к лошади как к спортивному инвентарю. Поэтому мы считаем необходимым принять закон о спортивной лошади. И вот послушайте, что скажет наш юрист Геннадий Викторович Калинин. Лошадь нельзя рассматривать просто как некий спортивный инвентарь. Все-таки лошадь ближе к спортсмену, к атлету. Лошадь также участвует в некоем спортивном соревновании, в любом, неважно, выездка это, бега, скачки. У лошади также берут допинг-пробы, также смотрят за ее состоянием здоровья. Поэтому для регулирования положения лошади в рамках некой спортивной деятельности необходим отдельный закон. То этот вопрос один из важнейших, который должен быть поднят и должен быть когда-то наконец-то решен. Ну, хочется надеяться, что при моей жизни все-таки и лошадь, да, получит свое достойное место в обществе. Одинаково старается лошадь и одинаково старается человек. Поэтому, конечно, теми же правами, что обладает человек-спортсмен, должна обладать и лошадь. Ну, я считаю, что это будет атлетом, значит, и отношение будет другое. И еще очень важно, чтобы в законе о спортивной лошади было закреплено право лошади на пенсию и запрет вплоть до уголовной ответственности сдавать спортивных лошадей после завершения карьеры на мясо. Они должны спокойно и счастливо доживать свои последние годы. Что ж, господа, подведем итог этой части разговора. Чтобы вернуть российский конный спорт в число мировых лидеров, нужно как минимум сосредоточить свои усилия на трех вещах. Чтобы вы, Павел Павлович, на первое место поставили? Безусловно, образование. Взять за основу немецкую образовательную систему, которая считается одной из самых совершенных в мире. Изучить и перенять опыт германской школы верховой езды Deutsche Reitschule, которая находится в северной Рейн-Вестфалии, в Арендорфе. Вот послушал я тут вашу беседу, господа, и хочу посоветовать обратиться к историческому опыту. Вот в свое время мы для руководства офицерской кавалерийской школы на 12 лет из Европы Джемса Филлиса выписали.
Сколько же великолепных специалистов он подготовил. А среди них такие люди мосты, как Долматов и Баторский. И вот уже они подготовили великих тренеров, таких как Сидько и Анастасьев, которые потом сотворили целую плеяду чемпионов. Жаль только, советы не оценили этих людей, оставшихся на родине, чтобы обучать и передавать свой опыт. И Александр Долматов, и Михаил Баторский были расстреляны в разгар сталинских репрессий. Но мы чтим память о них и надеемся, что будущее поколение российских конников с уважением и благодарностью будут произносить их имена. Да вы и сами понимаете, не будет лошадей, не будет и медалей. Создавайте новую спортивную породу. Такой огромной стране, как Россия, это необходимо. Долго только первый день тянется, а столетие – это песчинка в часах истории. Дерзайте сегодня, чтобы завтра дети ваши вернулись в элиту и вновь Россию-матушку прославили. Ну и закон о спортивной лошади примите. Чай, не туземцы мы. Лошади, которая испокон века, наш партнер и друг, должное почтение окажите. А ее уважите и себя зауважаете. И главное, вместе держитесь. Что бега со скачками, что конкур, что поло, все едино. Только вместе конно-спортивную индустрию в России создать сможете. И вот тогда, быть может, этот реквием гимном зазвучит.